замирает, расширяется, и вы провалите в состояние, необходимое для пробуждения, движения потоков энергии, энергии света, силы, которая будет двигаться внутри вас, пробуждая, исцеляя, давая новые ощущения в жизни, давая новое качество жизни, и жизнь станет другой. С нового листа сможете листать картинки своей жизни и прожить в том направлении, в котором вы уже видите и понимаете. Здесь и сейчас, Андрей. Жизнь слишком коротка, полтинник уже позади. И не думайте, что оставшееся время, мы не знаем, сколько его, что оно будет длиться вечно. Только здесь и сейчас, каждое мгновение этой жизни бесценно. И важно, чтобы вы осознали это, и жизнь уже проходила в другом понимании самого себя, других людей. И самореализация будет более проявлена, более богатая, более красочная. Жизнь ваша окрасится. И познайте себя, познайте свое внутреннее высшее Я. Вы провалитесь в особое состояние сознания, которое поможет вам ощутить движение внутренних потоков, пробуждающиеся силы внутри вашего тела, движение истинной энергии, энергии жизни. Поэтому и называется еще эта сила «жива», «животворящая», порождаемая наши души. Эта сила удивительная, безграничная, огромная возможность человека черпать из невидимого, черпать из того, что мы только лишь ощущаем, но соприкасаясь и погружаясь в вибрации этой удивительной силы. Для пробуждения энергии нужен определенный заряд этой энергии, поэтому энергия дышит, насыщается и потом только взрывается силой энергии, шакти, кундалини, энергия ци, как угодно мы ее не называем, но она есть. И только благодаря этой силе мы живем. И только благодаря этой силе мы обладаем разумом, пониманием, любовью, искренностью, состраданием. Время остановилось, Андрей. Здесь и сейчас вы и энергия Духа. Сила энергии Духа, Отца нашего Небесного. Спасибо, что ты любишь нас, что ты пребываешь в наших сердцах. Помоги Андрею. Дай возможность ему ощутить твою проявленность, твои вибрации, чтобы тело задрожало, чтобы клеточки завибрировали, и произошла трансформация его души и тела, изменив качество его жизни, и чтобы жизнь была на гораздо более высоком уровне понимания, ощущения, чувства любви были более обостренными, чтобы он стал более живой, более радостным, чтобы он обрел то ощущение ребенка, умеющегося удивляться, смотреть на мир открытыми широкими глазами и радоваться этому первозданному миру, который создан для нас, Андрей, создан для нас, чтобы познать его, чтобы купаться в его радости, купаться в энергии света, пребывая в этом свете и познавая его, и пользуясь его дарами, сможете взаимодействовать с этой силой, она внутри вас, все зависит только от вас, по чистоте души вашей, по открытости сердца вашего, перенесите ваш внутренний взгляд на внутренние поверхности ваших стоп. В данной области находится зона, портал, зона, которая позволяет открыть дверь в огромный, бескрайний мир собственного подсознания. Эта точка называется точка Джаухай. Сияющий океан огромной искрящейся энергии. Энергии ци, энергии жива. Это кладезь, кладезь могущества, кладезь энергии, кладезь ваших возможностей. И именно ощущая данную точку, мы активизируем данную скрытую энергию и помогаем ей проснуться и пробудиться. И двигаться по вашим каналам. Сила любит нас. То, что попросим Андрея, то и произойдет. То, к чему будет стремиться ваша душа, к тому и придете. Важно видеть цель, понимать, что вы хотите.
и идти к цели прямым путем, никуда не сворачивая, взаимодействуя силы энергии Духа, ощущая заботу Отца нашего Небесного, и познайте, и соединитесь, и познайте свое высшее, первородное, чистое Я, каким Бог создавал нас изначально. В этой силе программа самовосстановления, самоисцеления, первородная матрица здоровья, она омолодит, возродит вашу душу, Андрей, соединит вас с энергией Бога, с его вибрациями, с могуществом, и познайте любовь, бескрайнюю любовь и заботу Отца нашего Небесного. Спасибо, что ты есть, сила, силушка, в наших телах, в наших сердцах. Соединяйтесь, следуйте потоку, пребывайте в нем, чувствуйте, отдаетесь, и сила проявляется, пробуждается в вас. Сугандхимушти Вартханам Урварухамми Вабандханам Мридьор Муши Ямам Маридат Аум Аум Агадантайя Видмае Вакратундайя Диммаи Танно Данти Умение следовать потоку, умение входить подсознательную направленность движений, интуитивно проявляемых в вашем теле, исследовать данному потоку, обрести мир и глаза ребенка, который удивленно смотрел на окружающий мир, познавал, удивлялся, радовался, и тогда Бог его слышал Андрей, гораздо лучше, чем нас, взрослых, осознанных, уже приспособленных к жизни, но утративших связь с высшей силой. Вот что нам нужно возродить в нашей жизни, чтобы наша оставшаяся жизнь была совсем другой, какой она и должна была бы быть изначально. Но мир исказил наше восприятие вот этой высшей силы. Мир мешает нам, социум мешает. Отвергаем его, погружаемся внутрь себя, познаем себя в глубинах, собственно, подсознания. И тогда все раскрывается, как лепестки лотоса, цветок света. Цветок любви, ощущаете внутри себя эту энергию благости, дарующий вам благодать, помогающий вам, успокаивающий ваше сердце, залечивающая сила ваши раны, которые вы приобрели в этой жизни, стирающая все негативное из прошлых перевоплощений, и облегчение, и радость, и осознание, и благодать, и покой растекается по вашему телу. Devasya sanasim, devasya devasya sanasim, sanasimiti sanasim, prithivim prithivim utadhyam, utadhyam dhyabutodadhyam, dhyamidhyam, mitrakrishtir krishtir, mitro mitrakrishtir, anivisha anivisha krishtir, mitro mitrakrishtir, anivisha. Сатьяга, сатьяга, дакте, дакте, сатьяга, хабьягум, хабьягум, сатьяга, дакте, дакте, сатьяга, хабьягум. Погружайтесь в потоки света, и жизнь ваша меняется. Благость ощущайте, радость на сердце, легкость души, тишина и покой в вашей жизни. И люди вокруг вас другие становятся. Они другие становятся, потому что вы изменяетесь, Андрей. Сила, любящая вас, пребывающая в вас, и живая была и будет с вами до последнего вашего дыхания. Силушка, помоги Андрею, измени его жизнь так, как он того хочет и к чему стремится. Его помыслы чисты, они направлены к свету, они направлены к постижению любви. Чимба дарага ту кутра та ту та дарага ту турбу ту те чимба дарага ту дима дарага ту ду дарага чинда ту тура ма дарага ту чу
Чендракотуте марате, дракоту, чембарагату, бадарагату, дудерагату, ду, чендракоту, дудерагату, 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 Чимба дерга до дун чиндерга до дурга до дерга до дерга чиндурга до чимба дерга чиндерга до чиндерга до дерга ди дурдурга до дерга до дерга до стречи жи ди чимба дерга до чимба дерга до чиндерга до чиндурга до чимба дерга до чиндерга до мандре чубарга тенду дурга тенду тута мандрега до тута дерга до мате чиндурга до дерга чимба дерга до ту Чимба дерега ду, чимба дерега ду, чимба дерега ду. Чиндрит ма дерега ду ду. Чимба тете, куту ба тете, ру ма дерега ду ти. Чиндрит ма дерега ду, чиндрит ду ту. Чимба дерега ду, ма дерега ду, чиндрит ду. Чимба тете, кама, кама, тете, кава кунде, деметек ма дерега ду. Чиндрит дерега ду, дурога ду, чим. Чинди ма дерега ду, ту ма дерега ду, чим. Папа, чиндрит ма. Чимба дерега ду ду, тимба дерега ду ду дерега ду ма дерега ду чин ма дерега ду 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 ма дерега ду чин ма дерега ду чин ду ку ма дерега ду ту чин дерега ду ту ма дерега ду ма дерега ду ду ма дерега ду ду дерега ду ма те чумба дерега ду ду ма те те ту ма те ту ма те ту ту ма дерега ду ти чин ма дерега ду ту ма дерега ду тен ду дерега ду ма те ту чун дерега ду ма дерега ду чу Чу, да дуджи, меди, джуджи, бада, джи, джу, баджи, мада, джи, джу, мада, джу, мада, джи, 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 джи, умение входить в поток, исследовать потоку, позволит тебе соединиться с этой силой, удивительной силой внутри тебя, пребывающей, проявленной, всегда дающей тебе знаки, то, что она есть, направляющий тебя в твоей жизни, и ты ощущаешь и ощущал эту силу всегда, потому что она любит тебя, переживает за тебя. Это истинный Отец, породивший душу твою, Андрей, сила, энергия Отца нашего Небесного, энергия света. И ты говоришь, я выбираю путь света всей оставшейся жизни моей, чтобы соединиться с высшей силой, породившей мое сердце, мою душу, отдаю служению этой силе, и плачет твоя душа, соединяясь, радуясь, познавая свое высшее Я, первородного ребенка, который проявляется в тебе и рождается снова на данном сеансе дистанционного пробуждения энергии Духа. Вигнешвара, Па.
С каждым днем все осознанней понимаете окружающую действительность, свое место и предназначение в этой жизни. Появляется видение пути, по которому нужно пройти оставшуюся часть, оставшуюся половину, и к чему прийти, и что нужно достичь для спасения вашей души, прежде всего, для соединения вибраций вашей души с энергией Духа, с энергией любящей нас, породившей наши души и защищающей нас. И тогда поток благодати будет золотым дождем не спадать на вас, ощущать будете его силу, мощь, могущество, и защищены будете этой силой, силой любви, силой света. Просветляйтесь, исцеляйтесь. Другую зрелость приобретайте. Зрелость, переходящую в мудрость, мудрый период жизни, жизни осознанной, по пути соединения вашей души, Андрей, с энергией Бога. Ну, подниматься полегче уже, кстати. Андрей, сегодня у нас был первый сеанс дистанционного пробуждения скрытых резервов человеческого организма за счет пробуждения энергии Духа, силы, которая скрыта в глубинах нашего подсознания, которая в обычной жизни заблокирована. Расскажите, пожалуйста, что вы сегодня ощущали во время проводимого занятия? Еще хочу раз поблагодарить силу Духа и вас за то, что я каким-то образом соприкоснулся с этим. Так, ну, по ощущениям, да? Ну, наверное, все-таки я не до конца вот эта гипнабельность, так называемая, да, она, ум, конечно, мешает погрузиться полностью. По ощущениям, вот начало с точек, да, когда начали, в точках я почувствовал, да, там такое пульсацию, это скорее не вибрация была, а некая пульсация, когда мы начали с точек, которые на ногах находятся. Ничего там с моим телом не происходило, но были такие движения, можно назвать это спазмами, наверное, большие спазмы по всему телу. Непроизвольные сокращения. Ну, да, да, непроизвольные сокращения, немножко выгибало у меня спину. Чувствовал, несколько моментов было таких, как бы, новых ощущений, которые я никогда не испытывал. Ну, были какие-то, вот во время мантр, да, когда читали, либо я слушал мантры. От мантры к мантре разные ощущения, разные не столько вибрации, сколько каких-то, даже не могу описать эти слова, какого-то движения, ну, то есть не тела, а вот, ну, давайте назовем тонким телом, да, то есть мое тонкое тело, оно двигалось, причем в разных плоскостях и с разной скоростью, вот так будет лучше сказано. Потом я, кстати, увидел какие-то кристаллы, потом уже в середине вот нашего сеанса кристаллы, которые я сперва увидел в воздухе, причем это кристаллы ни на что не похожие, там, ну вот, грубо говоря, если представить бриллиант, он там с несколькими гранями, а здесь очень много граней, то есть даже, не знаю, наверное, несколько сотен. Вот самый большой кристалл, он почему-то в основном у меня был в видении, и вот он как бы потом погрузился вот как раз в мою поясницу туда. Ну вот как бы основные моменты. На самом деле это и есть
пробуждение и проявленность вот этой первородной силы, которая дремлет в наших телах, и у вас были проявления ее стопроцентные, потому что именно так она и работает в виде оздоровительной реакции и у других людей с определенными вариациями. Вот, но это вот 100% пробужденная сила. На данных сеансах мы можем приобрести опыт взаимодействия с данной силой. И вы уже потом легко сможете пользоваться этой силой. Об этом говорит как бы вот моя многолетняя работа. Огромное количество пациентов с пробужденной силой, что этой силой можно пользоваться. Она внутри нас. То есть истинный доктор внутри нас. И можно решать любые проблемы. Вот у вас проблема уже многолетняя и достаточно выраженная с ощущением боли в поясничной области, с радиацией в левое бедро, в левую ягодичную область. И эту проблему мы решим, однозначно решим, благодаря вот этой пробужденной силе. Потому что мой уже опыт работы с людьми показывает, что это решаемые проблемы. Не нужны никакие ни мануалисты, никакие массажисты. Истинный доктор внутри нас, а мы утратили способности пользоваться данной силой. Да, благодарю вас, Виктор. Да. Это знания, конечно, сакральные. Дай Бог продвинуться в этом направлении. Всей душой тянусь я к небу, о земном забыть. Дал бы Бог мне крылья птиц, воспарил бы ввысь. Но, увы, мечта мечтою назад. Вспомни все свое былое, уготован ад. Не найти мне оправданий, совесть не затми. Лишь одно во мне желание Бога умолить, лишь одно во мне желание Бога умолить. От тебя, Господь, прощение мне и всем другим. Научи нас покаянием, оправданием твоим, чтобы жизнь прожили каясь, чтоб прощали все, и к грехам не возвращались, путь благословен. Не найти мне оправданий, совесть не затмить. Лишь одно во мне желание Бога умолить. Не найти мне оправданий, совесть не затмить. Лишь одно